Существует, хоронили Дюшу Романова на Волховском кладбище, был такой персонаж, Дюша Романов, наверное, многие знают, Гребенщикова он играл на флейте, потом свой коллектив. И меня там как раз приняли за Гребенщикова, телевидение поняло, или как там сказать, свою ошибку. Вот. А девочка хиппи привязалась ко мне, дайте я с вами сфотографируюсь, нарисовала мой портрет в результате в карандаше, ну и появилась такая песенка. Девочка хиппи написала мой портрет. Девочка хиппи, у меня денег нет, если хочешь, возьми да кури. Только так на меня не смотри, когда я мог. Я с тобой бы ушел. Девочка хиппи, за мой поцелуй. Девочка хиппи, еще нарисуй мне о песне дорог, чтобы я накропал пару строк, когда уйдешь, чтоб я рифму нашел и стопом по трассе. За несколько лет, но я сохраню этот дивный портрет. Повзрослеешь и станешь другой, рассудительной и с головой, узнав меня. Скажешь, старый дурак, мы проживем на двоих эту ночь. Я буду петь, и ты будешь не прочь эту песню забытых дорог. Или будешь читать между строк, и ты поймешь, в жизни что-то не так. И стопом по трассе. Yeah.